рублей. Прозвучало и немало благодарностей в адрес городских властей за проделанную работу в рамках проектов «Комфортная городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В этом году очень много было отремонтировано дорог. Я, как автомобилист, безумно этому рад. Сохранятся ли темпы подобных улучшений дорог? В этом году в рамках федерального проекта в Чебоксарах отремонтировали 27 улиц. И работа, конечно же, продолжится в следующем году. На 2018 год бюджетные лимиты уже доведены до субъектов. Мы уже понимаем, сколько средств получим, и планируем в январе-феврале будущего года провести конкурсные процедуры, к апрелю определить подрядчиков, ну и с начала сезона, с мая, проводить на территории города ремонт дорог в объеме не меньшем, который был в 2017 году. Наталья Егорова, Никита Углев, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.